Народ по одному там тягивает. Чего вы стоите, сзади в кашке? Ты в плане того, сколько она бьет, или вообще? Ну, у меня 700, у тебя 2 ляма. А молния у нас с тобой одинаково на... Чё, народ тащить, я говорю, да? Так и померли они в один день, да, ребята? Монород и раздавалка побежали ко мне красивенько. Так и помер, Митрич. Там он просто в кучке такой. Так и померли. И умерли они в один день. Лежит, бля, такой холмик волосатый, да? Ну, кстати, чего у меня? Старшина постоянно. Спокойно все могут. Спокойно такой не держит. Радвар тоже самое. Типа слева. Анкилута небольшого, пожалуйста. Забираем и народ. Ой, плохой. Кем я, зараза? Уйди от меня. Че, этот волк еще на новом босс? Да нет, я договорился. Ему штаны нужны бы. Гена, не дождешься. Бля. Отойди. К назум, отойди. Пиздец. Сейчас сдохну тут. Казум, не отходи, будет весело. Ну да.
это норм. Блин, Гена, надо было с тобой подольше, да, постоять? Ты, тебя бы сбрило уже. Гена, у меня просто стоит тотем на диспел, а сам я себя только хилю, поэтому мне бы это быстрее. На зум побутай большого. Это который справа. Второго. Лестница. Спасибо. А вы в бою умеете. Во, видишь, Неликс умеет, спасибо. Ренжи надо стоять. Хилы там как-то раньше словите, вы все пятеро бьете. Кто-то один пробегите вот в свободное место. Видите как. Я место уступил, хилов достаю, а танков нет. Похилят другие танки. Кстати, а кто достает? Вот тут у входа стоит это, Джонни. Тут стоит Пал. Элбил не достает. Кто танков хилит? Раздавака. Я через сапу хилю. Уйди отсюда, раздавака. Иди рейндж слови. Чё ты делаешь? Лёха сам себе хилит. Отойди, медведь, тоже. Ты что, не видишь, что болезнь усиливается? Или что? Там моб по рейду гуляет. Да, я вижу, что рофлит. Но что лучше? Прийти сюда попадать, что ли, или что? Или убить нормально? Внимать всех. Фильм. Всем. Сказал же, просились. Тут Лёх, шею боешную забери. В мобе. Кто там? Шея. Полутай. Персонация лучше.
подходе. Самое главное, гриб помер. А народ по чуть-чуть видит трэш. Вот в этом большом. Не бери под. Вон какой есть на этого босса или? У меня есть. Это гриб. Гриб всегда вагон. Я в принципе могу ходить заходить, просто его взять, его ему токен отдадите и все. Какой токен? Паладиновский. А, паладиновский. Сейчас я ему скажу, что произошел. Если сейчас на мага упадет, на следующий КД у меня будет покупатель. Блин, это филаску это аж колбас. Народ Редвар. Народ Войд. Так, Войд, ты как физрушник на шамане был? Или в каком? Ты без разницы. На шамане, короче. Не, да, блядь, подведи. Шамана, если что, там шелешка же достанет здесь? Ну не, не достанет. Там далеко рейд. С пула нормально. Хорошо. Что будешь тогда шелешку уже отдавать? Когда придешь. Короче, народ тут на первом, на кресте был. Я, если что-то, босс. Вот сила. Войда, или полипал. У меня, если что, Филипп Полина, Элгрим, рефешишь, Джонни, если что, помогаешь Полине профиливать, или что, помогаешь воду. Сейчас такие хилы работают. Могол, приоритет, народ и плюс. Такс.
продан. Добыл все вы. Отрешил объем. Рыба стоит, ешьте. А через буквально 5 минут все равно зайдешь. Я на шамане? Ты на боссе. Ты лагнул. Говорю, ты на мне, а я на боссе. Капрота обязательно. Ребят, можно я ворвусь на секундочку? Штаны на мага кто-то забирает? Да. Да. Анкилу надо. Да, Джонни, обмен. По поводу гимна, 3-4 гимна. Плюс 4 гимна. Плюс 3 АТМ. Сейчас будет нормально просиливать рейд. Лёха, там суммонить же будете сейчас, да? Кого? Ну, кого у нас нету? Я думаю, всех. Халка. Уже всех? Или нет? Маните рогу. Да, Лоране. Я это, быстро слетаю, таланты скину. Чуть-чуть инты добавлю. Не надо, потом. По манне проседаю себе. После босса. Чё? Знаешь. Ну, давай. Итак, вот. У вас 6 кило. Это долго очень. Чё, рогу здесь суманули? Слив по манне так идет очень сильно просто. Все шмотки на дух одеты, и все равно не хватает. Что там с рогой? Да, нет. Доступа для нет, рога. Как всегда, уже давно посуманули. У него есть доступ, он у нас уже покупал шмот. Здесь. Бах, вы его суманите? Бьет, что видит. Народ, забираешь как тень. Войдет. Так, потом... Берешь печеньку, поедем. Майте. Клика на хп нет. Да я четко. Стража к бою! У нас босс! Сильвая. Что с тобой случилось? Надо подождать. Летящий трезубец. Всего лопать. Щита не было. Лёху прошибло сильно. Начал Лёху хилить и сам упал. Пула тоже.
Идите. Ты больно прошу. Инер, залейте. Димна. Шипашка. Выйдется? А, нет. Почти 500к добили. Все еще лучше. Понятно, что ты должен посетить. После бомб. Чуть-чуть подошли, побили, отошли. Два мата залейте. Вот, не режешь? А? Режешь? Не расслышал. Говорю, броню режешь или нет? Да, 5 стаков висит. Бесполезно резать. Крайне медленно. Да вот что-то, я смотрю, у него разные тайминги. В прошлом КД. Даже вот ДК был ДЛА. Он бегал, а тут он заморозил и потом жгучую кастрюлю. Это вот. Сейчас зависит, как убиваются эти. Как эти мобы, да, убиваются? Там он просто бил... понятие способности от мобов убиваются. И это на тайном налаживал. Ну, он получает способность. Конь-вагон. Это как с переводом Халеона.
Видишь, роги бесполезны на время. Ходят какие-то похуй, которые... Сейчас гимнамон возьмем, пускай тут это... Оно если рассинхронизировано, там спокойно отбегать можно. А с гуще. То рога вот тот дал, что понял. Только раз, конников два раза больше на нас. Сдохли так. Дважды. Если ему дать такой же эффект потенциал, он все. Я сомневаюсь, конечно, но... Еще один. Надо, чтобы адмирал ДБМ запилил. Но вот это говно видимо. Ха, Гена, понял, да? У кого две одноручки, те и дохнут. Санте я понимаю. В РДД это манекен босс, да? Ну что, спекаться обратно? Подожди, сейчас. Пока стал трэшить спеков, которые были перед боссом. Слабик, можем махнуться на Мара Грима, если надо. На роту. На варалку. Куинтеу ешер. Стоял, ешь. Килл. Килл ГЦ. Спасибо. Кирс, я еще перед первым боссом сказал, что уступлю. Ты уешь, стоял, уешь. А шапка мага уходит кому-то, нет? Анкил. Анкила фул. У меня... Ну, типа, если у вас нет покупателя, я могу своего позвать. Ну, у меня есть. Ну, просто, чтобы честно было. Что вы в это... Ролл. Каждый человек заработал. Я просто список лута посмотрел, вроде ни у кого нету на башку мага. У Яуки да? есть. У Яуки есть, но может быть он уже продал. У меня там два человека на Т5 стоят. Просто там все куски нужны им. Сюда приведут. Стойте здесь. Полтора часа. Да. Чекайте. Ну смотри, Дэл, моему, ему типа либо голова, либо честно, но все равно. Если твоему чисто принципиально голова, то пусть лучше твой зайдет. Давай я лучше тебе руки продам. А? Руки, говорю, продам тебе. Гена, когда на меня на картридж передамажишь, тогда и будешь ко мне. Даже со своим аудио. А ты меня на это, блин. Так ты там ауешь. По начальному трэшу. Ничего не знаю. Вертись как хочешь.
Гена, тебя чуть гриб не догнал. Ужас. Да, он слабый. Он раздевал унижают. Что вы слышали? По ДПС у гриба соло нагибает. Вот это позор, конечно. Позорный гриб. Сова, блядь, априори, которая плохо дамажит. Потому что эта сова обгоняет даже гриба. Лока, который рассчитан наносить урон. Тем более с имбалансным Т5. С очень имбалансным на этом боссе Т5. Прям очень-очень имбалансным. На этом боссе... Попрошу не выражаться в рейде. Если ты афлик, можно накручивать, мама не горюй. Там и в демоне можно накрутить, что я ебу. Гена там накручивает. Во-во-во, видели, да, сколько накрутил? Аж 30%. Был бы я афликом на этом боссе, я бы еще доты вешал на самого босса там, блин, на этом. Не, ну это не такой афлик, не как в Т4. Плюс тут 4 экзекутки. Угу. В Т4, да, можно до хера крутить афликом. А в демоне в Т5 тоже можно наебашить очень сильно. Там если бы не экзекутка, там бы Сантей на первое нет. Там бы Мозер скорее на первом. Мозер даже он киллшоты и так кидает, типа не зависимости от экзекут. Там просто Мозер... получается несколько дополнительных еще. Мозер даже Сантея не придамажил. Это пиздец. Ну блин, тут 4 экзекутки. Так у Мозера также экзекут. Ну, хантовский экзекутку я не знаю, но у Афликова у него, по-моему, самая жесткая экзекутка. Читеры. Гриб, ну что тебе демонологом играть? Или ты не в демоне? Он в демоне. Не, он в Афлике. Ооо, гриб в Афлике не смог с собой передамажить. Вот это. Ой, ой, позор. Я-то думал, он там в демоне стоит. Он в Афлике не мог передамажить. Гриб. Спекайся в Дестро, чтобы было на чё отмазывать. Кому этот босс не нужен? Мне. Плюс... Я первый. Ладно. Да, дело. Силы бездны. Зайдет он. Да и все. Лёх, тут где-то боешка вроде. Надо кому?
Мантика Лата. Короче, Полина Валема. И меня через минуту тоже засунут. Давай Фарада засумань. Нахуй любит нужно. Это уешь. Да мопчика еще убейте. Он бесполезный. Пусть его уешь. Миша, какой ужас. Я тебя, короче, сумань. Вы сейчас на волну вступе? Да. Да. Ой, а можно мне тоже? Давай, Дэл, я вступлю. Короче, тогда это ты зайдешь. Лок на лок. Ну и... Зачем тебе тут двое лема? А с кем я буду соревноваться? С грибом. Да конечно, блядь. Нашел с кем соревноваться. Антея Тесла. Белор. Там гриб полуинста в АФК стынет. Даю проверку. Добавку на пол. Гриб, ты в Хардстоун случайно не за АФК играешь? А, стой, я просто тогда нажал, меня не засумонили еще. Пикает АФК и идет заваривать чай. Просто так говорит назвал. Ну, в смысле, я готов, просто я не в рейде. Красавчик. Ну чё, войду фурика можно или чё? Ты в танке, да? Ты, монород и коват на трэш. Будешь помогать, если что. Отсутствие здесь. Все готовы. На эти. Понимаю. Хлепало поднимаю. Осуждаю. Ну это по 250. Геру, дай вагон. Ах, сука! Чё ты как, блядь, бог, Геру рано даёшь? Давай, скажи, Кир, что это не ты сдал. Ну тогда вообще я сдал. Да, блядь, дали Геру, меня сразу засосало. Гена, ты сам просил. Ты должен чувствовать. Видишь сова, значит это в водопаде. Геру не дает. Вижу сова в водопаде, надо Геру дать правильно. Иди нахуй. Ты теперь вспомни ту гифку, которую я тебе кидал. Бегущую сову? Ну. Это не ту, которую я кидал. А может быть, кстати. Я не помню. Мне интересно, почему босс периодически на месте бегает. Пятки разминаю. Не успеваю, только мясорубку.
толка дала, Ешка сразу улетел. Жаль, Гена, на тебя руты нельзя повесить. Не на. Меня если еще раз закинет, я фонтаном посижу. Рот ебал. Сведите их в одну стандарт. О, моя трибна. Да слобик. Все же в курсе, да? Я инспект на кота перевел. Кота-сова? Буду в коте. Это Гена как совиный медведь, да? Только кота-сова. Блять, охуенно, аспект, ничего не скажешь. Кир, стой, меня... Мозер, выключи. Кир, сдай мне охлаждение, где ты там?
А, у меня в Эльме нету символа, у меня другие стоят. У меня тоже в Эльме. Там на грома молния стоит. Надо фласочки таскать, хождение точно. Растевалка, зараза. Прикинь, рядом со мной бегает. Те, кто сзади меня бегут, им хождение дает, и рядом со мной даже продолжает бегать. Все правильно. Ничего не правильно. Шок, цепуха, молния по откату цепуху. Если прям пробурстить, надо тогда бурст отдаю. И цепухой продолжаю. Ну, в приоритете. Вот на вот этой пачке, например, особо нету смысла от бурста. А ты потому что он просто видит. Ты подчастую в атаке скидываешь, да? Ну, до 30. Потом это. Ну, у меня 4 же куска. У тебя вроде 2 пока что на. В 4 там в приоритете 30 стаков набираешь, сливаешь в бурст. Если 290 тотем, тогда отдаешь шок. И потом уже стаки набираешь. Плюс я такую фишку заметил, что с цепухи прок перегрузки намного чаще, чем с обычной молнией. Поэтому под бурстом... Нет, я это давно заметил. Просто я в этом смысла особо не видел. А вот в Т5 смысл есть. Там иногда такие проки хорошие вылетают. А, знаешь, там, где на леди трэш стоит, перед ней, кидаешь цепуху с нуля, у тебя сразу 30 стаков может стать. Там очень хорошо прокает, не знаю, в чем причина такая. Тут вообще без Т5 ДПСа нету, так что смысл говорить такое? Ну, как сказать, нету. Ну, блин, это как расценивать. Плохой, ребят, разошли. Плохой? Да. Шивешку дам, на всякий случай. Хорош, раздавак. Да там посидеть, и шкаф дам. Самое умное, что нам пришло в голову, да? Раздавак. Мы второго тоже хотим. Но он только вас не хочет. О, раздавака видел? Шесть челиков стабильно обрыгиваются. Мы нахуя свалились-то? Изи, Гена, смотри, тактика. Блять, шаман, хулипал. Это нормальный чувак, может, друг от друга. Делать, я не ухиливаю вас уже. Вы стоите друг с другом рядом. Они там был... еще зараза. Смотри, зараза дальше пошла. А, грипп. не делай так. Этот вроде нормальный, да? Да.
А чё, он стан? ДБМ чё, не показывает, что ли? Там же он анонсит, кто нормальный, кто нет. Последнюю версию адмирала включайте. Мы без что ДБМ. Что такое ДБМ? Я мало где использую ДБМ, я так. Итак. Я в принципе ДБМ не использую, а адмираловский. Не знаю, я не могу на арену без ДБМ. Я тайминги нормально знаю, босс. Нурглет, тяни следующего. Да, есть. Перевели, это у нас какая гильдия, кто помнит? Самвелла? Вендетта. Вендетта? Можно на босса? Ну, нахуя, ну... По-моему, Гена, это был Старфол. Нахуя Старфол? Я видел, но это не мой. Ебать, сколько желающих выступить. Мой там вот, блядь. Хочешь, нажму. Шаг босса подойду, могу прожать. Не надо. Хотя, Кен, подожди, я сейчас это в Долорану лечу, потом нажимаю. Если я не в хиле, я могу вступить. Так меня, наверное, и не отпустит. Гриба меня. Сейчас без ДК будет происходить. Поэтому... Как так-то? Вот там... А на твоем ДК КД? Все нормально будет. Кстати говоря, мне почему-то казалось, что у тебя на паладине КД. На перифазе будет ад. Если лишняя дота на боссе. Или, блядь, с лишним... Естественно, будут лишний дот на боссе. Там... Тут фаер-маги, там в любом случае доты будут. У них нету скиллов, ни с дот. Три ханта скиллов. Там Ути просится в рейд, Лёш. Коникость, кто? Ути. Зачем? Если я голос не путаю. Че, босс? Что у тебя с боссом? Прием. Я бы взял с корабля, если он ему нужен. Это на танка триня? Да. Нет. Не возьмешь монород у нас. Ну тогда идите без меня. Тогда идите. Что ты мне хочешь? А что, у котика нету тринкета? Не фурика. Да, ты фурика, монородского лата. Идите без меня, я сказал, алло. Да не-не, все нормально. Латом танчу, я на боссе. На меня на пол. Короче, это... Мозер, меня на пол, отслеживай очень тщательно. Да, босс переходит. О, Коника тоже. Лобик на Кавата. Мен. И делитесь везде, кто... То же самое. А тогда и от природы я поставлю. Даю про... Внешний. Коринус. Там у этих танков такое агро, что на них на пол крыша не нужен вообще. Единственное, народ, надеюсь, что ты не в Т5. Если будешь срывать босса, если сорвешь босса, а в твоем случае это смерть. Тыкните шкаф. Жмите на шкаф. Главное, чтобы после фазы я смог дать тычку по боссу. Я даю тысячу ботов, меня будет прошивать больше. Учитывайте еще этот танц.
перебегать еще надо будет заранее там. Кругом всякий бус. Че, блин, три дня махила? Здесь трэш бьется? Скажите мне быстренько, что тогда делал. Да, все бьют. Блин, короче, смотри. Видишь, что близко к 55 секунд остается, перестаешь кастовать, отворачиваешься от босса. Его перевели, продолжаешь бить, потому что по-другому сорвали. Инту дайте, рип здесь. Одна проверка. СС на всякий случай закиньте. Два раза. Народ. Я тебе каску дал. Кават, закинь ей кулак. Варум закинь кулак. Все, на позициональном кусте. Напоминаю, стойте в той плоскости, где там босс. Чтобы даже если вы сагрили, все равно босс нет, не перешел на другую фазу и, блять, мобы. Полипал по варам. По шаманам. Даю отчет. Какой они красивый. Ёбаный по голове. Где был Кирс, когда ты был нужен? После. О, здорово! Ты ё-моё. Скажите, когда будет риск. Через 5 секунд. 300? Или 50? Уже. 50. 300. Перевожу аккуратно, столкнулись. Кирс, агро. Отлично, у меня агро раз. Сколько? 3. Стоп. Сейчас вроде бы 5 в обум 3 таса сдает, нет? Что еще раз? Я говорю, ты 5 вагон 3 таса сдает, нет? Все это Аврора спидерает. Алло. Что? 100. Там 100 уже сейчас. Угу. Ну, меньше, кстати, что-то. Акул, давайте. У меня Аврора спидерает мобов. На всех. Ну ладно, сказал бы, я бы на ДК зашел.
Пятый дол. Видел? Я как из пулемета шипы выкидываю. Ага. 300. Перевод может. Хожу сразу на полдер. Аккуратно. Пятьдесят. Сейчас аккуратно сразу. Забивайте. 10 ян. Где у нас там есть? Красиво. Триня, но не та. Эх. Ну, монорочку хоть. Чё, Лёха, дашь ассист? Возьму. Байер. Позволь. Хорошие нарочи. Народ. Блядь, Триня, пушка вообще, конечно. Ну да. А чё вы, кстати, не пробовали таскать в синергии вторую тренинг? Чё, плохая, да? Да. Ну, блин, как тебе сказать, смотря на кого. Кирс, ты взял наручи? У меня были такие же. С Гатраса. Еще раз. Не, типа просто если их две надевать и стакать 20, то там все равно перекап. Смысл. Их нет. Даже там, по-моему, только одному классу какому-то заходит. Там ласт. Две тринки. Брони столько не надо. Кротоважу. Лёха, ты мне дашь байер? Ой, байер взять ли? Подожди разок. Кто нужен? Говорю, нужен и будь ласт. Мне нет. И мне нет. Красный палац народ. Пошел. Че, беру покупатель на голову? Да, есть один. Нет, у меня мой есть. В смысле, я первый. Что? Я первый занял, я даже в теме отписал. На рогу она говорит. А, сори, на лог. На рог, на лог. Кто хочет собрать два вагона? Побольше. Я тут подумал, мне кажется, боешка. Собака у гриба намного полезнее. Та хотя бы инту дает с духом.
чем гриб, что ли? Ну. Где Карин боешь? Точно так же, как и Гера от этого, от Кирсгорена. И точно так же, как Шиве от Протовара, да? Ну да. Типа, я на Молчазара почему брал только танков ДК и Варов, когда, ну, входил очень часто. Типа, просто потому, что у них хоть Т4 есть, сейф на рейд и все. Бля. Я не знаю, как ты 2 вагона обратно. Тогда надо запускать Тея, всех запускать, от всех ТПС. Фарада. Ну, третьего-то зачем нам вагон? Так что, мне ему писать, чтобы он заходил? Где? Кто еще? Килогро. Миша, вагон... ну я не виноват, что у тебя бисовый маг. Там вагоны бить умеют? Ну мой умеет, 11к ДПС тактики знает. Прям как гриб. Собака гриб. Короче, Яна, выбирай, кто тебе нужен. Мне? Честно, мне глубоко насрать. Мне даже босс не нужен, да, Яна? Да. Больше РДД, просто потому что я не хочу этим бить эти. Вата тебе надо? Да, мне голова нужна. Вон, видишь, кого-то надо. Пусть кого-то танчит. Голова тут опять. Голова. А что ты не сказал в начале рейда? Я же спрашивал несколько раз. Его не было. Он в середине где-то. Типа, у тебя не скрыли на ДК или нет? Ты чё, без разницы ему. По косарю, кто больше, тот и идёт там. У меня КД надо. Не прикольно, что а ты сказал. Я уже ждал, он ждёт зря, получается. Ну, в ДВшниках убил. Типа... Зачем тебе ДК? Есть. Карина может за Норглейта зайти. Типа траблы могут быть у странника. Какие траблы? Если есть? На полу не будет. Но еще тогда хантов побольше. Нет, смотри, есть вариант с фростмагом. Так, это смысл вы сейчас ищете лучший сетап, если у нас кабату голова нужна? То есть мы имеем в виду ДК нету, блин. Только... Ну, есть. Кто может замедлять? Я могу зайти на ДК потанчить. Мне пофиг. Так, этот моб может, блять, и без танка убить спокойно. Не, его-то можно убить. А выводить надо. Если ДК нету, тогда дается вариант стоять. Че, у меня с локом самолет, или? Подожди, трэш. Я же спрашивал, кому, блять, надо босс? Где ты был? Так я, блин, вначале сразу сказал. Шкафирую, шкафирую, парни. А зачем тебе босс нужен? Я ж говорю, покупатель на башку вон. Ну еще в начале рейда. Ты сказал. Короче, Ник, Полина, Ник, пост... скажи просто и все. Харджек паст. Иди, короче, послакай. Mm-hmm. Послакай. Сейчас я портанусь. Нет, мне... Идет эти. Я вышла. Как раз зайдет по... Потом... Тарина... Эти. Да, где эта хуйня стоит? Покажите мне. По центру, вон, видишь? Леди Вайш. Не, я про дорогу железную, блядь. Ты ее сломать хочешь? Под грибом. Все ж просто. По-любому. Я, кстати, своего сокрушителя выпустил, и он что-то... Там то ли 2 дороги стоят, то ли что, я не знаю. Блядь, почему у меня дорога ассоциируется, блядь, с этой? Ну, кто стандартную мысль, я думаю, понял. С поездом. Гейм, с порошком.
кто, получается, маг покупатель, а второй? Да. Сейчас он, сейчас его примут. Хорошо. У меня маны больше, чем у Хулипала. Сколько? Кирс. А, все, хорошо. 56. 57 с половиной. Короче, Кирс Горн, трусы. Кто таскать будет? Долорес, ты с Казумом? Да. Да. Хорошо. А... Кирс Горн. А можно вопрос? А у вас два покупателя на один токен? Вы знаете, что он по одному падает? Умно. Кстати, да. А какой токен? Решайте, как хотите, короче. Кто первый, того, кто говорится, кто первый, того и топ. Токен. Я могу еще двух покупателей запустить на этот же токен. И короче, аукцион устроит. Кирс Горн, да? Трусы, Нелекс, Луна, Анкил, Квадрат, Котенок, Крестик, Хисаями, Череп. Гриб, Танюш, Трусы, Мозер, Череп, Слобик, Луна. Все, РТД на этом закончились, да? Раздавака, Крестик, Войд, Череп, Редвар, Трусы, Ютя, Луна.